Говорят, во время гололеда количество культурных людей резко сокращается. Особенно, когда город словно один сплошной каток. Остро проблема сегодня стоит во дворах и возле магазинов. На автодорогах все в порядке. Но вот чтобы добраться до работы или до дома, людям приходится преодолевать настоящий квест. Березняковцы в ужасе от обледенелых тротуаров. В травмпункте очереди во всем городе как будто бы закончился песок. Сегодня мы собрали для вас полезные телефоны, куда можно и нужно пожаловаться на гололед. К счастью, для вашей безопасности из дома выходить никуда не надо. Итак, начать лучше с портала госуслуг, через который можно отправить сообщение в региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации. Для этого заполняйте электронную форму сообщения в подпункте «Решаем вместе». Сообщить о страшном гололеде можно и на портале «Управляем вместе». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наказал главам муниципалитетов не только отслеживать погоду, но и контролировать работу подрядных организаций, занимающихся содержанием тротуаров и дорог. Ну а в Березняках можно напрямую позвонить в спецавтохозяйство по телефону 290740. Если обледенелые тротуары не посыпаны песком в вашем дворе, тогда звоните в вашу управляющую компанию, чтобы напомнить им о 24-м пункте постановления правительства номер 290, где сказано, что коммунальщики обязаны очищать придомовую территорию, крыльцо и площадку перед подъездом от наледи. Если там на ваше обращение не отреагировали, звоните в Государственную инспекцию жилищного надзора.